Всем привет, дорогие зрители моего канала, с вами Блэк. Сегодня будем дальше проходить игру под названием Assassin's Creed 3, Тирания Короля Вашингтона. Это девятая часть нашего прохождения. Шаг за шагом. В чем дело? Мой друг Пол Ривир исчез 3 дня назад. Этот солдат подтвердил, что жена и сын Ривира тоже пропали. Сожалею. Ривир был бесценным человеком. Он пытался вырвать город из когтей синих мундиров. Округ за округом он завоевывал доверие и поддержку. Я продолжу дело Ривира и объединю горожан. С их помощью мы сможем заменить Вашингтона новым правителем. Этой страной должен управлять народ. Чё? Спровоцируйте бунт. Выражал выполнение задания в Нью-Йорке. Ну, раз бунт, так бунт. Так, что нам надо? Шэньбяо. Сейчас будем спровоцировать бунт. Слезай по-хорошему. Иди нахер. Слезай! Живо! Не-не-не-не. Не получится. Вот это я знаю, это сила медведя нужна. Сейчас я возьму силу медведя, так. Отлично. Сила орла! И короля. Просто я всегда тут тупил, надо было вот так, хопа! И тебя никто не видит. Магия. Ну прям магия, да. Так, бунт вон уже какой. Чё-то никого нету. Эй, петушки, идите сюда. Ну, кто-нибудь. О, тихо. Сейчас мы повеселимся. Берем снова Шэньбяо. Эй, идиот. Ну, иди нахер. Я хотел по-хорошему. Ты идиот. Давайте опять Шэньбяо возьмем. Да чё ты прыгнул? Ну иди ты нахер. Ну чё, каждый раз что ли туда запрыгивают? Ладно, давайте я не буду нажимать вот так просто, да? Все, выбрали Шэньбяо, дожидаемся кого-нибудь. Хоть кто-нибудь... А, вон. Поближе подойди, пожалуйста. Ну иди нахер. Господи. Скажи правду, трус. Так, подождите. Тут надо кулаки взять. Вот так. Хопа. Держать,
бунт горожан. Ну, чуть-чуть осталось, спровоцировать там. Сейчас меня будут убивать, я так понял. Большим успехом! И с ним... Скажи правду, трус! Так как валим. Так, что у нас там за задание теперь? Будет потеха, да? Помощь! Сюда! Помощь! Сюда! Помощь! Сюда! Офигенно. Поговорите с Франклином. Зафиг. Ну ладно, пойду к Франклину. Все равно делать нехера. Сила орла, она бесконечна. Вашингтон произносит. Так, посмотрим. Вашингтон сейчас выходить будет, да? Народ Соединенных Штатов! Перед вами просто человек. Глядя на эти обширные земли, я вижу, как вы страдаете. Да, Господи, все блин. Вы, каким трудом вы строите лучшую жизнь и лучшее будущее. Вы всем жертвуете ради блага всей страны, ради свободы. И я признаюсь вам, ваши жертвы меня вдохновляют. Они не напрасны. Я знаю, что жизнь нелегка. Ужасы войны, преступность, голод. Всему этому виной Крамола Джефферсона. Но мы идем к нашей великой цели. Она сплотит нас и вознесет над суетой. Для нас уничтожение бунтарей станет лишь предвкушением грядущего пира. Типа весь мир захватишь? Ну да-да, мечтай. Ты знаешь, что захватишь? Мой народ, свою мамку попробуй захвати. А-за-за-за-за-за-за-за. Я чувствую в груди биение 4 миллионов сердец. 4 миллиона здесь? Объявляю, да ладно. О великом проекте нашей нации. Скоро мы соберем войска. Мы построим бесчисленные армады. Мы вступим в бой с нашим главнейшим врагом Англией. Мы сойдем на их берег и оросим поля кровью. Англичане дадут... А, ну вот, они хотят Европу начать захватывать. И станут нашими рабами. Их труд в поте лица обогатит вас всех. Наша страна займет свое достойное место в мире. Великое Королевство! Соединенные Штаты Америки! Да, Вашингтон вообще озверел. Пойдемте дальше устраивать бунт, потому что такой пипец надо останавливать каким-то образом. Так нельзя оставить.
Да, пирамида так зачетненькая. Половину уже мы набрали. Построим пирамиду вместе. Жертвуйте свое си... Так, пока быстро выберем кулаки. А, не вот с этой стороны. А здесь давайте пуф. Скажи правду, трус. Ладно, я просрал чуть-чуть момент. А, сейчас мы пристрелим вот этого гада. Вон, иди. Так, тут опять. Ну чё он, вот король, главное, говорит, типа, я крутой, а сам ничего не чинит после великого китайского пожара. Бомбы, чё происходит? Ну ты хочешь получить своё? Так, отлично. Блин, опять я путаю. Скажи правду, трус. Отлично. Так, пойдемте прибьем еще одного. Так, еще один офицер мертв. Хотите виселицу? Сейчас получите виселицу. Надо Шинбяо взять по-быренькому. Отлично, вот Шинбяо. Кто-нибудь, идите сюда. А, вон. Отлично. Вот это уже бунт настоящий. Совсем чуть-чуть, да вообще пипца осталось. А, вон еще виселица. Да восторжествует. Я сказал глупое слово. Да восторжествует Конор Радун Хагейду. Опять это место. Видите, тут все в панике, короче, бегают. Как тараканы, блин. Разбежались. Где хоть кто-нибудь? Офицеры, не? Не слышали? Отлично, все мы. Бунт сделали. Я уже на рынке. Отлично, давайте посмотрим, что сейчас будет происходить. Во главе с Джефферсоном. Да, вот это уже, конечно, пипец. Ну что ж, сейчас будет, наверное, последнее задание. А, это пирамида, мне показалось. Инопланетяне. Давайте пройдем финальной миссии. Чем же все закончится, вот этот пипец. А мы пока побегаем за яблоком. Ехи! Привет, Джефферсон. Сигнал. Все, начинается, короче. Пипец. Вашингтону и его войскам. Город полностью готов к восстанию. Теперь Вашингтону конец. Я так доверял ему во время войны с британцами. А несколько лет спустя готов рискнуть всем, чтобы убить его. Уже все готово к моему сигналу?
У меня есть человек в военном округе. Он знает, как пробить брешь в обороне. Подадим сигнал к революции и уничтожим их запасы пороха одним махом. Да начнется великая революция. Великая... даже не знаю, как назвать. Вторая революция в Америке, блин. Да... Это пипец. Но все равно, батла круче, чем... Ну, в батле графа покруче, и там стрелять можно. А раньше мы были на стороне этих синих подлых гадов. Так. Пацаны, теперь ваш черед. То есть волки какие-то, пацаны. Так, сейчас надо пуху выбрать. Отлично. Всех перебили. Черт возьми! А раньше нельзя было? Быстрее, да нет. Надо организовать взрыв. Да, но просто так нам до пороха не добраться. Я вот что думаю. Лучший способ поджечь ту башню, чтобы она рухнула на пороховой склад. Я подожгу башню. А вы поставьте бочки с порохом внизу. А, люблю я взрывы. Как и ваш мам. Хованский стайл. Так. Что же выполнять сейчас? А, вон туда, да. Для начала нужно свалить. А, не прерывая полет орла? Нет, так я не могу. Я слишком тупой для этого. Так. С ума сошел. Иди сюда, по-братски. Ладно, я тебя так скину. Тихо, тихо. Вот так вот. А, я идиот. Вот как надо было. Фу. Что здесь происходит? Разойтись! Найти предателей! Так, тихо, тихо. Сюда идем. Мы с пятачком. Порох на месте. У меня нет. Ага. Ща. Ну ХП восстанавливай, давай. Господи. Хочешь ускользнуть, гадёныш?
Да блин, я идиотская, черт возьми его. Восстановление ХП. Его как бы нет. Я же спрятался. А вот вроде все нормально. Я не ублюдок, я этот. Чё, она все падает, да? Отлично. Грохнулась ваша башенка. Башенка, херашенка. Ну и чё ты грузишь, слышь? А вот все начинается. Да, это пипец. Происходит финальные баталии. Так, ну что же, давайте пройдем. Финальное задание наше, дорогие друзья. И на этом все закончится. Вся эта игра, Тирания Короля Вашингтона, заканчивается именно здесь. Где она? Вон. Это, как мы видим, битва уже вовсю. Джефферсон и Франклин. Залы беззакония. План сработал, друг мой. Среди солдат паника. Дворец без охраны. Это вам поможет. Механизм замысловатый, но уверен, вы разберетесь. Хорошо. Увидимся, когда я закончу. Кончу. Вот и все, ребят. Пойдемте убивать Вашингтона, короче. Будет ему плохо. Просто взяли и открыли дверь. Даже не вышибли, просто открыли. Интересно, а можно эту статую сломать? Не, нихера. В кого же здесь стреляли? Вон еще подсказка. Эти двери взломали. Да ладно. Чё ты даже не касаешься-то как? Он шатается. Понятно. А, это наша мать. Патном за ней бежал. А вот выбилась этот посох. А она почти его украла. Лучше б ты его использовал. Хотя нет, ты еще больше идиот, чем башня. Мама. Ты не остановила Вашингтон, но ты приведешь меня к ним. О, ну хоть чем-то она поможет.
Отличненько. Так. Что у нас здесь? Чё-то пипец. О, стража. Кто-то проник во дворец. Стрелять во всех, кто выйдет. И войдет. Кто так быстро вошел и вышел? Что сделаешь, вышел и вышел? Че я туплю, а? Подходите поближе, девочки. А, я его контратаку сделал хорошую. Так, и что же у нас здесь? Подсказки. А, у нас есть это. Здесь следы зубов. Ноль палева. Взлетай. Успел. Там медведь. Я так понял. Так, значит, убираем это. Чья-то кровь. Не человека. Вся суть этой миссии. Прошел здесь. Так, здесь опять мама была, да, наша? То есть его мамка. Ну, у него мамка замечательная женщина, я вам клянусь. Вот так ее и спалили. А, нет, тут открыто. Тут их надо просто открыть. Давай, давай. Красавчик. Так, отлично. Дополнительное задание пройдено. А, во-во-во-во, куда-куда-то. Что-то тут как-то затоплено все, не? Эти хоть плавают умеют, а Альтаир не умеет, он потому что лалка. Азаза. А чё мне там делать надо? Опять я тут сейчас буду нубить. Я когда первый раз проходил этот эпизод, я тоже там нубил. Чё-то я не знаю, я там надо как-то силу орла использовать, долететь туда. Сейчас долго будет. А во-во-во, всё, отлично. Долетели. А
Надо просто и быстро тут использовать. Вот так вот, хопа. Зачем строить такие большие залы? А, ну тут понятно. Поближе. Так. Все готовы, дети. Да, точно, капитан. Вот фак. А, я успел. Красавчик. 5 с плюсом. Да, вот это он дворец построил, конечно. Ну и где же ты, Вашингтон, а? Тут нету Вашингтона, а где же он? Вот он. Отлично, дверь закрылась. Вашингтон что-то нет. Вот это бабх. Но она смогла утащить все-таки. Продолжим. Мама, я закончу начатое тобой дело. Да, да. Как тут? А, вон. Мама, я закончу начатое дело. Опять тут надо ломать все к херам. Мама, Обама. Что-то все рушится. Что-то я все сломал к херам. Ну, это ж я. Во-во, полегче. Да ты не охерел, тут рушится. Вау, все грохнулось нахер. Круто. И что ты стал? А нам еще, я так понял, идти. Если сейчас какой-нибудь шар выкатится, как в Индиана Джонсе, я херею. Я просто не помню, тут должно что-то быть или нет. Если ничего не будет, то значит все нормально. А, он на крыше, этот гад. Ладно, давайте, сейчас будет финальная битва с Вашингтоном. О, ура, полная синхронизация, наконец-то, впервые в жизни у меня полная синхронизация, дорогие друзья. А не, нет, не впервые, пятый раз, наверное, за всю тиранию. А вот и король. Ну здорово, король, как твои дела? У меня заколебись просто. А, это ты, наконец. Генерал Вашингтон.
Отдайте яблоко и будете жить. Отдать яблоко? Вы в его власти. Ты так думаешь? Это оно в моей власти. Хотя я даже не думал о том, что оно может контролировать кого-либо. Может, ты прав? Сила яблока помутила ваш разум. Помутила? Что ж, тогда возникает вопрос. Ты хочешь забрать его для того, чтобы спасти меня? Или ты хочешь забрать яблоко, чтобы править страной? Вот идиот. Страной управляют люди. Не будем обманываться. Дикая мысль, но... Предположим, яблоко подчинило меня. Разве ты вел бы себя иначе? Я бы использовал его во благо. Обладание яблоком не только благо, но и бремя. Скажи, сотрясая землю, ты правда чувствуешь себя рабом народа? Или же все-таки хозяином? Народ против вас. Ты не ответил на вопрос. Я единственный король! За короля во имя Христа и сыра алюминь! Чё? Ой. Ой, эти хрени летают. Ты думаешь, ты меня победишь? Я сам капитан Артура 22. Сейчас пока поставлю вместо. Вместо этого. Вот я идиот. Беги куда хочешь. Уйди. А ну-ка вон. Тебе не спрятаться. Нет, спрятаться. Почему? Мне еще как спрятаться. Во-во-во, полегче, вот эти шары. Ай. Да я уж понял. Мой гнев опалит тебя. Во, полегче. Ааа, я прошел. Трюги, ю-юги. Фак. Фак-фак, фаталити. Не надо. Я понял. Пацаны, сюда идите. Это твой член. Воу, тут до хера. Фак, он меня кидает. Сейчас еще выкинет с крыши. Ну и что сейчас будет? Мы разломали три витража. Баба! О, яблоко выпало. Наконец-то. Вашингтон сдох при падении. Или нет? Ну блин, ну охренеть. Как он выжил? У него там все кости переломались. Вы что, издеваетесь, что ли? Ну это простая анатомия. Ну ладно. А нет, вон у него ноги что-то уже. Нет, он сейчас сдохнет. Ну все, Вашингтон сдох. А, нет, он исчез. Радун Хагейду, я погиб, пытаясь убить Вашингтона. Прошу тебя, не гонись за яблоком.
Отдай, слышь мне яблоко. Урод. Сын мой, я так боюсь за тебя. Подъемы в небо сбили тебя с пути. Прошу, не гонись за яблоком, сын мой. Прошу. Да чтоб вас. Опа, а вот этот прикол уже. Это твой шанс. Возьми яблоко. Возьми. Возьми. Давай, давай, беру, беру. Пам-пам, возвращение в нормальную жизнь. Генерал. Вот. Забирайте, оно мне не нужно. Никто не должен обладать такой силой. Утопите его. Найдите в океане место поглубже и утопите. Мы снова Коннор Кеной. Мы снова ассасин. Да, это хорошо. Надо утопить яблоко. Зачем мы приплыли сюда? Генерал Вашингтон. Я думал, что я один. Простите за беспокойство. Все в порядке. Мне кажется, мы зашли в тупик. Боюсь, что да. Простите, генерал. В условиях постоянных внутренних раздоров республика долго не протянет. Прошу прощения. Выборные органы, да. Война велась ради этого. Но чтобы страна процветала, чтобы государство было сильным, кто-то должен взять власть в свои руки, чтобы компенсировать недостатки республики. Осмелюсь предположить, генерал, что нам нужен человек, который стал бы значимой фигурой в глазах всего мира. Генерал, нам нужен король. Сэр. Прикольно. Позвольте, я буду полностью откровенен. Вы предлагаете мне обречь страну на самую страшную судьбу. Я не тот человек, кого можно прельстить подобной идеей. Я умоляю вас, если вас заботит судьба страны, ее благополучие, если вы уважаете меня, изгоните подобные мысли. Изгоните их навсегда и никогда никому о них не рассказывайте. Это называется «покурили марихуан», потому что тут никого не было, это у него глюки. Мы закончили. Вернемся назад? Да. Да. Вернемся. Да, вернемся. Ну, может быть, это продолжение к другой части про Коннора. Возможно и такое, потому что там уже пишут спойлеры, типа в будущем вот этот Rising Phoenix. А, ну мы прошли. Ладно, дорогие друзья, тут титры можно пропустить, но... А с вами был я, Блэкс, и на этом... Я говорю, что в дополнение «Тирания короля Вашингтона» официально было пройдено. Ну, а вы не забывайте подписываться на канал, если вы тут впервые. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и смотрите остальные видео. Ну, а мы прошли с вами Assassin's Creed 3 «Тирания короля Вашингтона». На очереди Assassin's Creed 4 Black Flag. А с вами был я, Блэкс. И желаю всем крепкого певца. Что? Ладно, неважно. С вами был Блэкс. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем удачи, всем пока. Берегите себя. Пока. Феникс с вами.